привет, Арагупега на связи, проверочка связи, блядь. Помните ли вы первый знакомый с Майнкрафтом? А помните ли меланхолию, которую он вызывает вас сейчас? Лично я, да. Так как знакомство с ним произошло у меня в школьные годы, когда мне было лет 8. Мы с одноклассниками сидели в столовой, и пока я ел котлету, они обсуждали очень странную игру. Один рассказывал, что строит ловушки для зомби и дома, второй, что в шахте нашел алмазы. Тогда я крайне охуел. Какие-то зомби, ловушки, постройка дома, шахты. Все это было очень интересно. Но когда я пришел домой, то начал искать, как бы скачать Майнкрафт в интернете. Нашел сайт, скачал, остановил, захожу в игру, создаю мир и хуеваю во второй раз. Ведь игра полный кал. Там попросту нечего делать, только бегаешь, ломаешь, ставишь блоки. Как такое вообще можно было играть, я как-то не очень понял. Ну и пошел играть в своих ассасинов Крид, ведь там был паркур. А паркур мне очень нравился. После фильма Ямакаси. Но через какое-то время я снова решил пробовать его. Да и к тому же мой друг позвал меня поиграть вместе с ним. И я согласился, так как ассасинов я к тому времени уже прошел, и играть было попросту не во что. И тогда я как раз и понял, в чем самый смак игры. Это в кооперативе. Ведь вместе с другом появляются хорошие, приятные посиделки, где вы может только пиздите друг друга, но зато, сука, весело. Хочется верить, что это не просто ностальгия, но даже если это ностальгия, то откуда хотя бы она возникает? Возникает она как раз таки от простоты и неукрощенной свободы, которую предлагали нам старые версии. В то время, когда механики были менее сложными, возможности ограниченными, каждый шаг и элемент окружения казался более значимым. Создание первой базы в незапамятные времена было событием, полным волнения, а исследование пещеры вызывало определен страх и ожидания. В старой версии, кажется, храня в себе особую меланхолию, напоминая о беззаботных днях, когда открытие новой территории или нахождение редкого ресурса вызывало какой-то трепет и радость. Но также в старых версиях Майнкрафта атмосфера меланхолии появилась благодаря пустынным и одиноким пейзажам, простым минималистичным текстурам, а также тихой и мрачной музыке, которая иногда звучала в некоторых биомах, например, в пещерах или при наступлении ночи. Все эти элементы в сочетании создавали чувство печали и одиночества, которое могло окутывать игрока во время его приключений. Все мы помним, как нам было очково в первую ночь или перед входом в пещеру, да так что жилки и яички сжимались. Но как бы мы не любили новые функции и возможности, старые версии Майнкрафта всегда останутся с нами, как элемент прошедшего времени, когда каждое решение приносили простую радость. Я улыбаюсь, вспоминая эти моменты, и, возможно, именно поэтому ностальгия по старым версиям так меланхолична и дорога каждому из нас. Это сундуки вот эти остались наверху, заебись вообще. Да ты чё?